оба поняли, что могут друг другу создать серьезные неприятности с хорошими такими последствиями. Включается оба поняли, сейчас что в руках у них оружие. Да. Посадил. И еще раз посадил. Должен судья отсчитать. Встанет? Да, думаю, что. Да, терпеливый. Терпеливый, что есть, то есть. А, три нокдауна. Простите. А, да. Это простите, да. Три нокдауна. Бадра Хари. Три нокдауна, вопрос закрыт. Тут я даже подзабыл. За течением данного поединка. Ну, с другой стороны, а что, спорить надо было раньше, потому что упал от джеба. Ну да, там двойка была. Ну, ТКО, никого. Разница, ну, конечно, да, небольшая, радость ему это немного прибавит. На самом деле, вот все-таки ожидалось, наверное, чуть-чуть по-другому, хотя и Бадр показал себя. Но для него этот нокдаун, когда ему справа боковую попал, был абсолютно лучше. Абсолютно. Если бы он его не вернул, этот самый нокдаун во втором раунде, то у него был шанс сгореть в третьем. А тут... Ну, смотрим. Левый, правый. Правый прямой. Здесь, ну, устоять ты не смог, друг, извини. А как? Ну, да, и не сказать, что поскользнулся. Бах! Ну, а как ты хотел, дорогой? Нельзя так жить. Чуть потерялся, глазки в кучку сошлись, и всего хорошего, дорогой товарищ, встретимся в следующий раз. Но уже не сегодня. Да. Не, ну здесь Бадр молодец. Бадр вышел, кстати, по кондициям готовый очень хорошо.